Но боюсь. Бля, я не только что. Фу, все, собрались. Катку проигрывать. Да, вот я. А, Луна тоже топчик. А вот Селабир не топчик. Луна. Ну, Луна там, как она зашла в пик секрет, ее взяли два раза, потом взяли два раза, слили. Лол, у меня серия из 4 побед. Нифига себе. Вообще, это я. А у меня... Короче, у меня тебе каждый клик дабл клик. Прикольно. Абсолютно. В Warframe это, конечно, прикольно. У меня была серия из 8 побед. Сука! Скорострельм с бешеной. Вот тут два поражения. Тут покупать по 2 предмета мне вообще не нравится. Ты что за... А, где? Где? Где эта кнопка? Дом не хочет? Как хочет. Не очень. Бля, если короче. Не хочет, то его проблемы. Кусок дерьма. Не хочет он забирать вон. Так, пауза. Что опять? Да я не могу кнопку найти, блядь, этот... Ты не можешь кнопку найти? Да. Ты что? Прокачать левел. Где эта сраная кнопка? Нажми мышкой. Да какой, блядь, нажми мышкой? А, блядь. Ты что, не видишь, какой у тебя кнопочка? Дерьмо ебаное. Да нет, не вижу. У него не светится клава к тебе. Я не про то, у него что не написано. Да я не могу в настройках, блядь, найти эту. Блядь, изучить способность, сука. Все. Все? Отжать. Как тут отжать паузу? Все. Твои уже отжали паузу. Да, нормально. Ты будешь так? Блядь, а почему? Почему Луна со мной на лайне? По мере возможности. Мне некомфортно. Ну, потому что ОД для лохов. Так я же ее заглоблю. А вообще удивлен, что у них не снайпер нет. Не снайпер, а чё тут удивительного? Она же страдать будет. Такой чё, снайпер же единственный мидер. Ну, у них есть. Кто другой не может мид стоять. И чё? Блин, хорошо, что ОД не со мной на линии, он для меня постоянно интеллект взорвал. А тебе так вообще еще хуже. Капман, это не было как тогда на Джиггернауте. Я в Леге как бы не так и страшно, я могу вполне и за счет пассивки выжить. И она не добила, и мы не забиваем. Короче. Далеко летит, долго летит. Сейчас БДЛ, конечно, было бы круто. О, к нам ОД пришел. Какое чудо. О, у него красивая эта пряталка. Курьер тоже, кнопки не работают. ОД к нам вниз перешел. Я ее стоплю. Да. Так, она курьер доставит предметы. Ускорить курьера. Работает. Вот ОД против меня на линии, это вообще не айс. Она забрала, да? Вообще это... Инвиз взяла, Луна. Вообще никак. Ну ладно. Инвиз. А кто оркофеном у них? Вендры, что ли? Переводы. Нет, вендры. ВР, корпус, вендры. Как плохо я сыграл, и все равно смог не убить. Что-то у меня совсем, короче, руки из говна. Не знаю, как я плох. Вендра немножко там. И крипы, и я, и ты. Миди рукой не нужен? Возьму. Хотя я заюзаю курс все-таки. Блин. Ну, вот. Так не работает. Я фармка. Ну дальнюю-то зачем? Так он единственный был.
Там их еще два было. Я никого я не видел. Ты че? Ты о чем вообще? Я не знаю. Че Эндрат меня хочет? Блин, жаль, у тебя этой нету. Ульты? Нет. А, ты ее хек скидал. Окей. Чего может не быть? Ну, еще одного стана не хватило нам. Давно не играл. Паузу добить не могу. А внизу сет. Уже нет руны. Да, я заметил. У меня под носом, блядь. Блин, против двух данников это зашибись стоять. Это вообще с апуфеном. Вообще бешеный. Да, апуфеном для данника не очень сильно замедляет. Она хочет ядом бить. Она не для этого купила. Она его для яда купила. Ну, у нее свое замедление еще. Ну, она на базе. Ну, возможно, еще. Но... возможно, на скаде собирается делать. Ты откуда знаешь ее тактику? Не, ну с таким фармом мне, блин, легче в лес пойти. Да, конечно. Я крипом подойти не могу. Фигу дальника стоит. Аня, она не на базе, она отчаянная. Эх, убей там еще один раз, давай на ганг к нам. Вот прям сейчас возьми, убей. У меня все плохо, я нихера не фармлю. И сраный этот дум нахер идет со своим. И крипа не добил. Паш. Ты видел, что я с ним сделал, в итоге его не добил. У нас уж... а, нет, он не здесь. Дум классный. Делает отпадики нам. Красавчик. Или мне бы хил. Иди ману сюда. Не хочу. Сюда. У меня и так маны нету из-за уды. Оу, да. Какие мы щедрые. Ну давайте приду к вам. Ну, ну, у них вижен, скорее всего, есть. Кого ты будешь убивать, скажи просто. Кого угодно. Вот да, потому что в арке, скорее всего, не получится. А, я на топ пошел. Да, молодец. У тебя всегда были проблемы с определением топа. А я думал, что... Действительно. На какой мы линии. Да. Сверху же аж один. Как два. А у них тоже лесник. Друид. Ну кинь стан, у тебя полная мана. Ты мне это говоришь? Да. Нет. Ты Леон или сраный? Да слушай, я кину сейчас стан, и меня сразу... Кинь стан, и ману у нее сожри. Меня сразу астрал прилетит. Ну, я ну кинь так, стан блядь, в астрал. Сука. В астрального этого. Какого хуя? Не... Да или нет? Они меня боятся. Блять. Срана у Дебра. Игрила. Выжил. Дай мне мое кольцо. Я бжам. Да если это травала уже тут. Я не знаю, блять, я не могу играть в эту ебаную игру, которая просто не работает. Я не знаю, когда я себе травала куплю. Просто, блять, не работает у меня, я так плохо отыгрываю. Знаю, никогда ну как он не умер? Ну даже, блять, дота не видит кнопку на мышке. Надо мне в Блудстоуна в Юлыте. У нас ВРК с ОДС, а нет ОД здесь. Блять! Блять, стики, сука! Ебаные корни дважды прокнули! Что за пиздец нахуй? Почему у меня не работает мышка? Да, это твоя ульту забираем это. В идеале. ВРК вернулась.
Фазами. Я думал, что главное есть ульти, он был. А, нечего доставлять, все, блять, наконец-то, нахуй. Да, есть. Опасно ее на кого-то юзать. Дом, ну... хочешь ультануть тут, помочь нам? Леон, иди вендера стань. Ага, только вы такие... Станы давай. За дуэль не убьем, ну, хотя бы просто его убьем. Скульюлов нет. Ну да, ну да. Ну да. У Дума, это жопа. Дум же не знает, что нужно Дум юзать. Просто триплки, просто 3-0. Дума, ультануть. Хоть просто по приколу. Отлично, блин. Никого не хватило. Ну так с нее начать надо было. Если что от Дума надо было, это ультануть. Он даже это не смог. Наконец-то, Франко Бима. Так. Фу, блин, что-то вроде разыгрываюсь потихоньку. Ну, блин, как же плохо. О, инвиз. Я есть ульт. Ману не бери. Вот у тебя первой нету. Почему у тебя опять первой нету? Сейчас вторую докачаю. Да нахер тебе вторая, если у тебя первой нету до сих пор. О, Луна. Чё она с ультой, да. Ну и пошла она нахуй. Стан мне кинь. Не смогли бить. Что-то она сильно нагреет. Отлично, стан. Интересно. Что вы там в райском лесу тусуетесь? Андроиды и святого убивали. ОД. Нам помощь нужна, у нас вражеский мидер. Она нас пугает очень сильно своим присутствием. Нам страшно. Не, как ультанет, мы все умрем нахуй. Ну, ультой на меня сама должна убить. Паш, да есть там? Да, да есть там. Ну вот, в недре. Я далеко, даже при желании тебе не дам стан. Как башни бегаем от них. Блять. Отлично, просто прекрасно. Сет. Ну я а не могу быть везде, блядь. Какого хуя ты, блядь, наверху ходишь? Просили ведь уже сколько раз прийти. У меня 5-2-4, у нас у команды 9 фрагов, во всех 9 я участвовал, я не могу везде быть. Круто, блядь, а можно было прийти и 8 фрагов у них бы не было. Что вайпер наш делает в лесу? Нафиг я ничего не помогу. Не проверю, да? Вижена нет, ни хера нет. Есть? Ты легионка, да? Да. Есть блинк какой-нибудь или дуэль? Да ты чё? Дуэль есть, блинка нет. Эй, чудики! Тут луна вот пробежала вот сюда. Ну, спасибо, друг. Блять. Ну, прокаст пока что. А Дум на него кинуть? А хоть что-нибудь сделать? Нет? Дум не умеет ультовать. О, умеет. Да, а третий? Он задрал. А мне не хватает на прокат. Качает. Я просто могу. Бля.
больше станов. Мало мне станов. Надо больше. Что он вытворяет? И догнать не могу. Да, о, догнал. Да ну! А, сейчас убью. И я сейчас умру. Спаси меня! Денчик. Если у тебя была первая, ты бы убил их троих там. У меня маны не было. У меня меньше 100 маны было. О, зря. Я ОПД по КД юзал эту хрень. А, первая 100 маны требует. Бля, а Дум все это время рядом стоял, там хитовые герои ушли. Он что-то решил не подходить. Дум, кусок говна. Нужны мне две порталки, нет? Ладно, будет две порталки. Ладно, ладно, сейчас нормально. Нормально, у них снайпер у нас, легион. Она в крипадос там. Вы посильнее. Ну, добить хотел. Вот вовремя он пришел, я в ахрене. Капец, она почти ультон. ОД закалю просто. Я его ненавижу уже. Это дура, почти ультон. Почти. Почти. Блин, ну и нет, мало. Так, не то. Друид на то. Ничего меня разъебало шрапнелью, я что-то по ней походил. Даже не думал, что он рядом. Пидор гнойный. Мудак, блядь. А. Там есть внизу руна? Да, скоро же. Постой на нем. А, блин, начеши. Фу, блин. Пофармить. Пошли на мне. Так, сиулов, если что-нибудь сыграем. Угу. Тогда твой, потом мой. Сначала юл, потом мой стан, потом ну да. Твои станы. И сколько у тебя? Три. Нормально. Потом я и Хекс. Считай, 6 секунд станет. У меня дуэли. Друид в лесу. Роли появились. Давай с юлов. Друид что-то наглый какой-то. Ну я еще далековат. И у него, и у медведя бедас. Дедех забирал. Два медаса сделал. Подойди. Спасибо. Мне тоже. Тебе это зачем? Пиши на мид. Было бы неплохо. Да, я думал, не надо, блин, где-то. Где мне его взять? Фармить. Отличная идея, слушай. Как я не догадался? Не знаешь, кого и первым пытаться убить. Возьмешь мне богатство? Все, а, куда, куда ты бежишь? Куда ты побежал? Да заебало, блять, стоять, нихуя не делать. Ну, умирать лучше. Пиздец. Ебать, а чё, я совсем, блять, плох, что ли? Совсем нахуй играть разучился, да? Оно и видно. Нахер ты побежал туда к ним. Да побежать-то я побежал, это похуй, я же выжил. А, он аут. Да, выжил, потому что станов я кинул. Он аут. Я все равно. Я так сбор. Убьем ее, пошли. Ну не ульта, наверное. Ты чего? Смотри, пошли. А, пошли. Поколепаш, давай первый. Дуэли нет. Окей. Немножко мы обломали. Это все. О, сейчас рейнджетов убью, блин. Я с хиксы начинаю, она умирает. С эту сверх хвоста. Угу. И вторая дуэль. Ух ты, блин. Встань. Не могу, ману. Ну, ладно, я тебе не помогу. Давай, кура, быстрей. Гоу, блин, конец в снайпера.
Саня, он бежит чисто куда? Медведя забрать нахуй. Думаю, да медведь сейчас убьет. Я все равно тебя заколю, блять, как собаку. Успел. Так, 44, так себе. Оу, валим. Луна идет. Сет к тебе. Через лес. Не сильно я боюсь, на самом деле. Но помощь не помешает. Она там одна, если то идет. 10, бегу. Сейчас дуэль откроется. Надеюсь, мне вардов нету. Сюда тормознется сейчас. Ай, не успею дуэльнуть. Ай, ладно. Ну, вокруг куча крипов, и она там пытается ультой 4 сделать. Ну, давайте снимаем башню. Чая через руну верхнюю нормально нет. Спасти. Да, это мега фарм. Друид. Друид без медведя. У него менее 1000 хп. Ну, теперь у меня появился мишка. Ты с даггером? Да. А где он? Тут? Да, он там. Ну, пойдем на него? Да. Уже можешь блинковаться. Блинковаться вот это в пустоту мне очень не нравится. Да, какая разница. Блинк жалко, что ли? Да, блять, Леон. Чего? Голова закружилась. Вдруг я блинканусь, а там трое стоят. Вон луна ваша любимая. Смотри, кнопка работает наконец-то. Вот их и трое. Луна без этого, без ульта. Можно убивать. Да, еще там кто? Одэшел. Да, это шел. Хорошо. А Дум стоял со спаленной колесной. Вот за луной пошел. Вот за луной. У нее нет ульта. Тут снайпер. Сколько некогда на улице? Да блять, а чё с таймингами у меня случилось нахуй? Как еблан, блять, не попадаю с таном. Паш. Ну ты ее ультанул. Нет, не ультанул я ее. Лего там как раз замахнулась, и тут не достаю. О. Нихрена она дамажит. Ой. Не, ОД, так нечестно. БМ. Сука, мне, короче, не донесла Bloodstone кура. Потому что у меня, блять, в куре слотов не было. Тут в куре слотов? Да, кура была фуловая. Я влез в наш силобил шампунь. Насистка может маны дать? Сет. А? Ну, это хан. А, это же не сушил. Ой, это же блинк. Меня уже блин. А, у нас же Wi-Fi, слушай. Я пойду играть. Где этот еблан? Ушел, что ли? Не отважный, что ли? Потому что мы собирались. Лина на меду. Ой, блин. Мне блинк нужен. Заебался. Хотя, блять, я и так микрю как говно. С блинком еще будет хуже. Ну или можно. Ты что-то вообще, если ты не против. Косишь. Я вообще не понимаю, я, блядь, первый раз, когда сел, я примерно знал, как, короче, по Юлу с таном попадать. Сейчас что-то играю, у меня вообще все тайминги нахуй сбились в голове. Блин, тупо 20 дней не играл. По-моему, ни по одному Юлу еще не попал с этим станом. Блядь, трое на меду. Да, их там четверо еще здесь других. Двое в лесу, трое на меду. Блин, видишь, сейчас я варды вот здесь поставлю, но ты не видишь их. Да. Ну да, был бы вас, я сейчас бы ВД поймал. Бля, луну надо убивать. Ну подожди, сейчас я иду. На похуй, пошли снайпер убивать. Снайпер с дозорем.
Блять, первый раз попал. Меня с гумом связал. О, Дэнни, не пошел бы ты нафиг. Ах ты гад такой. Наверное, была мисс. У нас тут мега супер пупер связки. Тим плей. Да, он делся. Кто? Лондрой. Сверхэллюзия. Не знаю кто. Сверхэллюзия. Сука! Блять, теперь это личное. Она у меня с. Пойдемте, мир, че мы? Мы их всех убили. Не бей! Поздняк. А будет она по варшотикам распам делаться, нет? Ну мы походу убиваем. Не убиваем башню. Почему? А нет, мы убиваем башню. Давайте убьем суку. Она у меня крипов спиздила. Я о другой суке говорю, как бы. Окей. Такие четкие блинки. Давайте я. Что, я прям к ней блинканулся. Чего тебе не нравится? Пойдем, топ, там вайпер, молодец, пушит. Че, мега вам собрать или обойдется? А меку я, по-моему, у кого-то видел. Она у вайпера. А, у вайпера мега, точно. Эти вайперы с мекой. Да ладно, нормально. А их еще называют вайперы, которые хотят выиграть игру. Угу. Поэтому они покупают меку. Если он хочет себе 250 хп, пусть себе Виталий купит. Виталик. Блядь, мекает не только 250 хп, мекает еще и... Переген хп 4 секунды. Это армор к тому же. Армор, два армора посерьезнее. Так, луну хочу. Ладно, ОД хочу. Ладно, луну все-таки это хочу. Все, блин. Эй, блин. Меня сраный просто изи, медведь уебал. У них варс, в принципе. Виндра, ты знаешь, что моя пассивка пробивает все ваши уклонения? Красава. О, Мишка. Она там думала. Колда халявна. Моя Мишка. Моя. Моя Мишка. Моя Мишка. А что такое быстро? Окей. Надо было Мишку сначала убить. Да ладно. Мишки Радик. Я тут забыл. Варка была. Там варка, собственно, да. 100 ровно. Что бы когда. Мы продали чипсы. А что ты делал один? Ну. Блять, ТП-шек бы она приносил себе нахуй. А для чего? О, хорошая. Отлично. Отличная идея, слышу. Поста. О, пошли на луну. Я на рожь пошел. А на луну. Твой первый сбивает его линку. Не знаю, ну, блядь. Ах ты, сука! Мраз! Мраз! Помогать сегодня не будет? Блин, мне бы маны и здоровье. Ноль помощи. Здоровье ладно, маны бы. Ну, понял. Ноль помощь. Кто маны даст? Чё тебе ноль помощь? Ботл есть или Шрака? Фак. Я тебе не могу использовать. О, спасибо. Чё, где пойдем? Я на топ. Там женщина. Я хочу женщину.
Значит, женщина убежать может. Козел. Козлик. Козлик, который хочет женщину. Блядь, козлик ночью промазал по женщине. Блядь, ну них тут вижен. Вы доебали. Повершот, блядь, хуешот. Блин, это не... Ходите с КГ, мрази. Ладно, пойду вот сюда. Че, по топу будем заходить или по боту? Я с Аегой ворвусь в наглую. Не страшно. Ну так давайте по... Ну по какой линии? Вендра. Че Вендра хочет? О, бля, они много чего от меня хотят. Ну, гады такие. Ладно. Блин, что-то сбивает. Короче, я с Мишкой... Какая гадость мне, блин, забивает? А, да. Там Радик, по-моему, в медведе. Да. Блин, в тень ушел. Что не так вовремя в тень ушел? Так, реген. Дай мне реген. Айсфрог. Айсфрог заебал, дай реген. Не надо. Надо. Блять. Просто тайминг. Все равно ее убил. Блять, инвиз не реген, ну ладно, сойдет. Мощный, не бей меня. Не бей меня. Похиль, думаю. Да. Вообще, по-моему, ну или себя похилил. Уж я себя похилил. Я не знаю, кого-нибудь похилил. Уж себя похилил. Снайпер утоит. Ты мастер. Да. Блять, они же тут центр в любом случае. Медведь! Нафиг шел. Сейчас давай будет. Лол, я диаболиками добил Мишку. Мишка, хочешь умереть? Нет, не хочет. Он умный. Лол. Ех. Че купить? Я на базу. И еще и ушел. Это без маны, блядь. Этот снайпер лох, который мне 7 кп оставил. О, БКБ, я уже забыл про него, курил валялся. Да у меня куру перехватили, не летел с БКБ. Ну дай уже 70 интеллекта. Наконец собирает игра. Ни молнии с критами. Вард стоит в лесу, врага. И тайминг кроши делали. Не, что вы убивали. А как говорится, если я не сделал тайминг, значит у нас его не будет. Бывает. Пойду 50 голды заработаю. Вендра, поверни в мою сторону. Какой ты молодец. О, снайпер. Я хочу МКБ купить. Что он боится меня больше. Нет, это козлина. Ну, у меня уже почти другой пример был, где он. Че ты делаешь? Снайпера хотел убить? Я? Да. Ну да, я просто ждал, я думал, они сейчас пойдут залупаться на тебя, блин, клянусь, и станом пробуем там. Ну или одного стана, второго спецы. Обстоятельства. Может БКБ в натуре собрать? Чем мне это так? Паш, воткни в центре, я сюда вот. Блин, зачем он там? Там не ставит вард никто. Вон только что сломали наверху вард. Окей. Ну, он не знает, что там в центре, потому что... А вы туда еще и опс тыкаете. Центр и опс в одно место тыкать. Херовая идея, на самом деле. Вендра куда-то побежала. Лесу занес. Вендра. Иду. Луна сейчас. Что-то попытается сделать. И в меня 3 раза. Блять, сука, вместо этих квикасты вместо себя медведя поднял. Так, крик. Убивайте, идите, ломайте.
Я подниму, если что. Если кто-то вдруг посмелится. Угу. Кушаем и валим. Не, полукупались эти вот. А у нее БКБ есть? Не, ульты нет. Ты нет, у нее нет, нет БКБ. Он как БКБ заюзал, его это не спасло. Выкупились, называется. Ну, думаю, же чисто рамка. Это здравствует мои тайминги, блядь. О, Мишка. А его нельзя задавить, кстати, я чуть не проверял. Мишку нет. Чёрненько. Не задавим медведя. Блядь, я помощь. Ноль помощи. Да они там тазики бьют, блядь. Я хожу медведей, поднимаю в юлы, они тазики бьют. Так по 100 голды ведь. О чем это я думал вообще? Форстав. Да чё ты ссыпаешь-то, я бы поднял. Так я не догонял, у него форстал. Слышь, дай мне своего медведя ебучего. Ну за Мишку, сука. Опа. Молодец. У меня братка, она в меня станы кидает. Подокторим. Хотя. Нифига на тебе. Бля, я рапиру хотел взять. Да прикол. Так, ну 12 тысяч урона я нанес. Очевидно. Как знать. Как знать. Это не вопрос. Еще и амулетик открыл. 63 типа... монеты и 7. За эту игру я нанес на 347 сейчас. Монеток. Сейчас скажу, сколько я за эту игру нанес урона. Вы посмотрите, мы даже шмотку дали. Вот же говнюк. Кому? Тебе. 30952 урона я нанес в этом бою. Как ты посмотрел? Консоли после игры всегда пишется. Для примера, наш этот, как его, Легион Командер дал 12500 урона по героям. Нормальный лишь Рагер. А, на Омник какую-то шнягу. Так, ну чё, сундук? Давай, Оникс Лотус, Оникс Лотус.